Тюк, смотри, тюк. Ого, это ты... был стол. Я слышал. Это не сундук, это коробка. Леша, все хорошо? Привет. Жена, это тебе. Кто это? Это что? Это Аянами Рэй. Йоши, а что ты тут делаешь? Я из-за тебя уронил, блин, баночку. О. Че, я тебя не трогала вообще? Вот если б я вот так делала. На банку будешь пить? Давай. Пить будешь? Да, дай. О, дай. Банку забрала, а моя банка. А я, дай, ты не забыл. Банка моя. В общем, всем привет, ребята, и я наконец-то увиделся с Ланой. Привет. Вот так, здорово. Здравствуй, давай руки пятюню. Пожмем. Ну, давай, оп. Пойдет, я думаю, сажала, да, вот так. Знаешь, можно так кулачок, типа так, тынц, и так, все нормально, в принципе, как раз то, что я и хотел. Так, в общем, я тут строю башенку, а мы здесь, ребят, потому что, в том числе, потому что у нас обновление в этой игрушке, вот, у нас тут что-то новенькое, куда, банка? Йоша, это тебе. Кто-то Маки. Это девочка. Ну, давай. Да. Спасибо. Я не понимаю, у нее что-то на спине или это волосы такие? Очень маленькая Подожди, девочка. Это, короче, на спине у нее... Я тоже хочу посмотреть. Да, есть что-то на спине. Блин, как же я сейчас жутко, наверное. Это мое, это я строю. Нет, ну нет, поломал. Ну зачем? Ну, уходи. Все, класс. Да, я сам. Он ушел, я же ушел. Да, куда он ушел? Ладненько, так, аккуратно вот так вот. Оп, аккуратно. Оп. Воу, ты видишь, как тут банка танцует, Ёша, посмотри скорее. Да, ничего себе, это какой-то нижний брейк, слушай, по-моему, прикольно. Вообще, она все еще это делает. Парень, стой, ты банки помеши, не надо туда, подожди. Ну вот, банка остановилась, ну что теперь делать? О, этот админ летающий, ну не админ точнее, а типа у него там какие-то возможности полуадминские есть. Видишь, он тут это, немножко летает. Ой. Шустрый какой, а? Ну такой, вот этот желтенький, увидела, ой. Да, вот тот. Ёж, осторожно, был. Там жуткий парень с лапами. О, привет, это не парень. Да, Альберт, действительно. Да. Все так и есть. Так, уходи, желтенький, ты мне мешаешь. Так вот, ребят, здесь... Я ухожу. Нет! У нас здесь обновление, ребят. О, ты чего бросаешься? Зачем бросаешься? Я не в тебя кидала, я вот в того, кто тебе помешал, кидала. А, да? Понял. Да. Так вот, ребята, у нас здесь обновление. Господи боже, я могу закончить хоть раз в жизни. Я не знаю, что нас здесь обновили. Даже если ничего, это просто повод прийти сюда наконец-таки с Ланой. В принципе, да. Это точно. Лана, хочешь поиграть в шахматы? Тебе понравился этот сериал там новый про эту... Про девочку, которая, да, делает гамбит. Это Хохот Королев... Блин. Гамбит, да. Да, все Ёша, я уронила кого-то. Я не видела кого. Кого-то уронила. Давай. Это фигура была. Без разницы, кого-то уронила, подумаешь. В смысле человека? Фигуру. А, фигуру. Фигура вернется. На, вот тебе твое. Я постараюсь ничего не задеть. Смотри, я уже расставляю. Я недавно, ну как недавно, где-то с месяц, наверное, назад, месяца, может быть, два назад, играл тут с девочкой какой-то англоязычной в шахматы. Вот. Даже прикольно получилось, слушай. Правда, тут все фигуры танцуют, но мне нравится, тем не менее. Угу. Так, что тут у нас интересненько? Где мои фигуры, господи? Это твое. Что, где мои? О! Нормально, все в порядке. Получилось? Блин, Ёжа, а что ты вообще? Вообще, вот это мне черный выдал. Мы должны были с тобой сначала выбрать. Да? Да. Ну, давай так, сейчас мы поставим сначала фигуры, а потом, если что, это, поменяемся. Переедем, да? Я ничего не имею абсолютно. Мне без разницы, за какой цвет играть абсолютно. Поэтому сейчас. Ну, сейчас вот этот парень нам все нарушит. Как это? Кто нарушит? Посмотри, он уже забрал фигуру. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Отдай, я прошу тебя. Это мое, спасибо. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, сейчас, подожди. Сейчас, вот какую кнопку нажать? Во, спасибо. Вот эта кнопка, да, та самая кнопка. Так, вот это вот нафиг отсюда. Там кто-то что-то пишет, Лана, ты можешь проверить, что там пишут? Это возле тебя. Ага, и смайлики. Ага, я понял. Все орут, короче. Так, я понял. О, Лана! Что? Тут теперь можно разворачиваться, смотри. А раньше нельзя здесь было? Нельзя было это... Нет, здесь это нельзя было делать. Обалдеть. Вот это полезное обновление. А вот это мне нравится. А я просто раньше не играла, Ёж, в эту игру, и поэтому я не знала об этом и не подумала. Мне кто-то тут слона лишнего поставил. Спасибо. Так, тихо. Божечки. Спокойствие. У меня не хватает пешки. Где пешка? У меня тоже не хватает...
хватает пешка. Фигур. Ой, сейчас, подожди, я пешку поищу. Я на коленке тут сел. А чё-то пешки... У меня даже хрустнула спина. Надеюсь, этого не было слышно на записи, а то мне стыдно уже. Разваливаюсь, блин, какой-то непонятный. Так, где моя пешка? Где еще пешка? У меня вообще кучи фигур не хватает. Посмотри, у меня нет коня. У тебя сзади нет. Конь. Смотри, вон, конь сзади. Где конь? А, да ты чего? Нет, нет, уйди, уйди, уйди. Ты чё? Мы тут расставили. Нет, уходи, уйди. О, пожалуйста, лошадка. Ты мешаешь нам. Кыш. Все порушили. Кошмар, блин. А дай! А, пожалуйста. А, Ёша, это ты. Это господи. Я, блин, помочь тебе пытаюсь. Я стол. Ну зачем? Зайди. Лана, не провоцируй их, они сейчас нам все... Ну, блин, а, ну что такое? Так, ребят, короче, главное обновление, то, что мы можем двигаться хотя бы. То, что мы можем двигаться вот так вот, вправо-влево, это честно, это просто идеально. Что у него за тремор какой-то непонятный? Пожалуйста, кыш. И слушай, а где фигура? Я реально не меня вижу фигуры. У меня тоже нет. Украли фигуры. Не, Ёж, все так нельзя. Мы не сможем, блин, поиграть, да кто? Нам нужен приватный сервер. Я могу так, мне нужен не приватный диванчике. Сервер, ладно, мне нужен, знаешь что, мне нужен меч, просто один меч и... Ладно, сейчас. Ты нормальный человек? Уйди. Не, вот же, ты посмотри, что он сделал. Я не хочу этого видеть. Уйди, пожалуйста. Ладно. Все, я все понял. Чтоб я еще хоть раз зашел на сервер такой общий играть. Ладно, я понял. Так, ладно, что у нас еще по обновлениям? Тогда погнали позыркаем. У нас здесь что? У нас здесь все то же самое, что и было. Допустим. Там то же самое, то же, что и было. О, это что такое, непон? Это кого? Это куда? Это какой-то парень. А, это человек. Кажется, ему нехорошо. Да. Давай спасем его. Он, как его взять вот так аккуратно? Я не знаю. Нет, надо аккуратно, аккуратно. Погладить его нужно. Привести в чувство. Погладить. По щекам. Тебе когда-нибудь давали чапалях со скоростью света? Нет? Аляки качи. Вот, можно и так, ладно. Слушай, там еще что-то интересненькое, мне кажется, с той стороны. А это я могу подвигать? Не, я подвигать не могу, к сожалению. Не, Ёша, мы же их вот так ворочили. Агась. А, здесь просто какой-то этот сундук. Сундук, да, действительно, это он. О, господи! Ёлки зеленые, ты чё тут ходишь? Я туда шла, да это не сундук, это коробка. Ёша, все хорошо? Привет. Привет. Все отлично. Я тут плаваю немножко, самую малость. Ага. Чувак не очухался и туда пришел, смотри, это из Дума. Короче, знаешь, да, игру Дум? Это, мне ага. кажется, из игры Дум как раз-таки. Ой, кстати, посмотри. А где тут Ёша, чувак, который нам помешал? А, он там, да, до сих пор? Как только мы ушли, всем не сразу не стали не нужны шахматы. Да, все так и есть, к сожалению. Ну, слушай, зато тот чувак Но тоже ушел. Но если мы сейчас туда придем... Или нет? Подожди, сейчас не проверю. Знаю. Я проверяю. Смотри, да, он ушел. Почему? Смотри, потому что там трое, и мы вдвоем, а всего пять. А ты где? Вон, видишь, написано. А вон написано пять. Вот, смотри. Я даже тебя не вижу. Вот, пять. О, вижу. На, это тебе. Кто это? Это я что? Не знаю. Это Аянами Рэй! Да? Это Аянами Рэй из Евангелиона. Где ты ее нашла? Вот тут валялась. Какая хорошенькая. Серьезно? Ты ж моя маленькая. О, тибозички. Ну, слушай, у нее вот эти вот штуки, смотри, вот эти, видишь? Похоже на ушки. Это не ушки, это заколочки, которые помогают, короче, взаимодействовать с мозгом. С мозгом. С мозгом. Да. И, короче, это точно она, только цвет волос не тот. А где еще? Я хочу еще. Где тут? Где игрушки? А я только одну видела. Вот здесь валялась. Вот прям вот тут валялась. Вот тут вот. Все, это моя игрушка. Ничего не знаю. А это кто такой? Хорошо, только не отдавай никому. Это первый человек, который прошел секцию лавы с этим, с вот таким вот шариком. Ну, красавец, что. Молодец, действительно. Да. Это сложно. Смотри, это реально сложно, я думаю. Пробовать я, конечно, это не буду. Реечка, смотрите, Реечка. Рейка. Реечка моя макая, хорошая. Буб тебя в носю. Не знаю, попал в носю, нет. Буб. А у нее не нарисовано носи. Ну, носи не нарисовано, значит, я попал. Вот я попал в носю, получается. Как? Ага, тут человек, он просил его съесть. Тут можно есть людей? Давай проверим. К сожалению, нет. Не, видишь? Ом, да, можешь только ом сделать, и все, в принципе. Не съела все. О, господи, подкинула кучу народа, извините. Усадим Рейку нашу. Блин, обожаю Евангелиона, на самом-то деле. У меня даже футболки есть из Uniqlo с Евангелионом. Просто максимально обожаю. А я сейчас не в ней? А, нет, сейчас я не в ней. Тихо, Реечка, лежи. Я убила кучу народа. А зачем? Это ты специально или нет? Ты пацифист или ты... Нет, я забодала случайно. Типа специально это сделала? Забодала, я не хотела. Забодала.
А ты что, пошла их спасать, типа, вот на вобби, или мы все-таки шахматы расставим? Нет, я ехала, расставим? А они тут стояли. Может, давай я дам им пройти тогда, чтобы... Давай, я пока белых расставлю. Если ты будешь долго давать им проходить, то я еще и черных расставлю. Нет проблем. Ага. Абсолютно. Ой, Лана, а кто это такой маленький и красивый? А кто таких там? Я не вижу. Да я просто посмотреть, я просто хочу посмотреть, ну дай посмотрю. А что не дает посмотреть? Ну дай я посмотрю, ну ты что? Я просто посмотрю, где она делась вообще? А, она меня запутать решила. Она забрала и не дает. Просто типа вон, ну она просто держит в руках, не дает, ладно, пускай. У меня зато рейка есть. Вот. Речка. Ты тоже никому не отдавай и следи. Ну так, я посадил ее тут на стульчик, надеюсь, никто не заберет. А это ты там, да, это ты там, ладно, тогда окей. Я помогаю. О, она ползет к тебе, эта девочка, и держит эту игрушку, надо осторожнее. Ты пусть держит, ладно, ничего страшного. Было бы круто, знаешь, если бы тут можно было какие-то игрушки собственные купить. Ну, типа, знаешь... Слушай, правда. Да. Это отличная, это отличный стартап, отличная бизнес-идея, так сказать, для создателя этой игры. Слушай внимательно меня, создатель игры. И он такой, типа, англоязычный чувак, такой, what? Что сказал этот русский парень? Что он хочет? Непонятно. Слушай, я тут ребятам помогаю. Так прикольно, вообще обалдеть. Они мне сердечки шлют, по-моему. Но это сердечки. Я просто не знаю, мне очень немножко расплывчато здесь видно, но по идее это сердечки. Ага, я понял. Знаешь, как можно... Лайфхак сейчас тебе скажу. Короче, одним глазом смотреть? Да. Это прям совсем выигрышная штука на самом-то деле. О, можно же двумя руками расставлять. Я могу, я такой, как это называется, амбидекстер. Нет, господи, я уронила сейчас только что, ребят, нет. Нет, спокойно. Рейку оставь мою в покое! Это моя рейка, это моя рейка, ты ее не берешь, это моя. Моя, это, вот это моя. Все окей, все, договорились. Так, пожалуйста, тут чувак идет. Ладно, он идет расставлять, пойдет. Он идет расставлять. Так, а я пока реечку положу. Отдыхай, моя маленькая. Все, хорошая рейка, хорошая. Так, нет одной пешечки. Пешечки вон нет. И вот король, черная? Черный король. А, или белый. Черный король. Сложновато. Должен стоять вот здесь. Так, только, пожалуйста, не надо приходить опять к нам и ломать все это дело. Так, ладно. Тут почти все достроено, кстати говоря. Ага. Я же взял. А, ой, спокойно. Я взял. Все в порядке. Не переживай. Тут прям... Чувак тут прям в полё... Что происходит в этой игре вообще? Что это такое? Спокойно, я сам все сделаю. Не надо, чел. Все отлично. Я чудесно контролирую свое тело. Так. Единственное, что я не контролирую, это количество наших... О, привет. Количество наших фигур. Блин, у меня, короче, тут же туловище, да? Вот тут вот. Ну да, и да, вот должно быть где-то тут. И проблема в том, что я боюсь, что я туловищем задену непосредственно. О, ты что тут ходишь? Слушай, это тот, который... который был там без сознания вот там? Без сознания, да. Понимаю. Теперь он в сознании. Тебе не хватает фигуры. Поставь что-нибудь. Сейчас, подожди, я пытаюсь понять, где я вообще. Ёши, рейку украли! Отдай! Я кто рейку украл? Нет, это моё, отдай. Это рейка, моя рейка. Отдай мою рейку, блин. Отдай, моё. Ему, его, на место. Сейчас она еще. Ну, тут у нас, ну вот, смотри, что происходит. Всё. О, подожди, сейчас я покажу ей класс. Она пупнула. Все, ой, она, по-моему, шлем сняла. Ой, она всех положила сюда. Ой, ты классная. Сейчас, подожди, вот так. Вот так. Ладно, она не увидит уже. Ладно, нам опять разломали нашу игру, нашу площадку. Не, он что расставляет. Девочка ушла. Кошмар. Ладно, давай пока, знаешь, что сделаем? Пойдем поиграем в теннис. Хочешь в теннис? Ну, ладно, пойдем. Умеешь? Давай, пойдем. Настольный теннис когда играла? Ой, не знаю, очень давно. А в VR вообще никогда? Давай, тогда я подаю. Все, давай. В VR никогда не играла. Ну, нормально. Так, смотри, я аккуратно. Подожди, сейчас я поднимусь чуть постой. Ты рано! Ой, извини. Тяжело, ладно, давай еще разок. Так, аккуратно, Лан. Хоп, тынц. Оп, почти. Так, главное не войти сейчас в стену. Подожди, где я нахожусь? Справа от меня телевизор. Ладно, нормально. Сейчас. Тека, пока за нас там строят. О, ты что, с ума сошел? Ты что, нет! Совсем? Поймать. А рейка тут? Рейки нет! Где Лан, она? Рейки нет. Ты что, с ума сошел? Чел, ты с ума сошел? Где рейка? Вон рейка! Вот эту все. Давай. Да. Давай.
Спасибо. Сейчас, ты крутая. Ты крутая, спасибо. Все, спокойно. Рейку положили. Рейка наша, Рейка. Все. Так, только лицом вверх, чтобы ты не задохнулась, маленькая, бедненькая. Ты так настрадалась, блин. Так, все, аккуратно. Так, все лежат. Все, сейчас мы продолжим матч с тобой. Я, честно говоря, я счет времени уже вообще потерял. Я не знаю, сколько мы это играем. Ой, господи, так что-то у меня тут это. Я немножко. Куда я пришел вообще? Где? А, я опять в краю комнаты. Ладно. Так что. О! Так, смотри. Готово? Ага. Ну да, давай. Там что-то полетело, по-моему. Так, все, я аккуратно подаю. Тюк. Смотри, тюк. О, ну, это ты... был стол. Это был стол, я слышал это. Капец, ты, конечно, фигачишь там, дубасишь люто. Давай. Еще разок. Раз, два. Ну, не очень получилось у меня, конечно. Ну, ладно, давай. А давай, знаешь, просто будем аккуратно друг с друга вот тут вот. Просто вот так вот смотри. Вот так, смотри, аккуратно. Ой-ой-ой, блин, ладно, это не в счет. Это не в счет, ничего не знаю. Так, сейчас. Я же, по-моему, там тебя ждут поиграть в шахматы. Сейчас. Лови. Да куда ж ты легонечко, Лана? Ты в какой космос запускаешь этот шар? Ты чё, блин? Попроще будь. Зато я отбила. Вообще капец ты, конечно. О, давай девочкой поиграем. Лови девочку. Ёши, нет. Поймала? Не поймала, да? Нет. А вот мальчика? А мальчика поймаешь? Ой. Он там. А я уже не знаю, где мальчик. А, вот он. Хоп. Ладно, давай вот так вот сделаем. Так, смотрим. Да куда? Кого? Вот так? Короче, я не знаю, он, по-моему, лагает. Парень. У него проблемы, да. Парень! Ладно. Я на самом-то деле осуждаю, когда начинают тут, типа, вот эти, знаешь... А я думал, Рейку забрали. Нет, не Рейку. Когда начинают вот так вот жестко издеваться, блин, над ребятами без VR. Вообще, сам никогда так не делаю. Ну, типа, вот только вот так вот максимум немножко погладить по голове чем-то. Ага. А в целом... Так, просто аккуратно, ладно. Ой, умница. Ой, ой, извини, пожалуйста, это мой косяк. Ладно, давай дойдем до трех вот ударов. Хотя бы до трех ударов. В идеале с каждой стороны. Раз. Так. Два. Ой, извини, нет! Сильно. Блин, извини, да, мой косяк. Я еще не отбивал ни разу, извини, пожалуйста. Так, уже лучше, слушай. Так, давай. Раз. Ха! Два. Я успел. Успевай, Лана. Нормально, там не стол опять был, мне показал. Нет, я не ударился. Кто-то... Смотри, я что просто... делает. Ты посмотри, что он делает. Он опять раздолбал весь стол. Мне кажется, они ругаются, посмотри, у них там вон что-то. Да, и они на нас показывают, что это нам надо было сыграть в шахматы. Но чувак, которого мы, между прочим, реанимировали, он зачем-то просто расфигачил наш стол. Так он хотел поиграть сначала. Ой, ладно, короче, давай, ладно, нам надо три разочка. Давай, раз, аккуратненько. Два, ой, извини, слишком лагает. Нет! Господь всемогущий! Ёша, я придумала лучше. Давай просто кидать друг другу ракетку. Нет, это не круто. Давай, мы ж сильные ребята с тобой, не разве? Давай, аккуратно. Давай продолжим. Раз. Так, нормально. Два. Да! Давай. Я сейчас туда запулю эту просто ракетку, блин. Так, ладно, нормально. Как ты думаешь, сколько запись уже идет? Вот так, ну, навскидку. Я думаю, 2 часа. Не, я думаю, минут 25 уже идет. Так, раз. Два. Нет, Ёша, да, далеко. Ладно, что ты наверх лети там? Не на месте стой, ты можешь летать вот так, хоп, понимаешь? Мне тяжело, я же держу, мне же надо зажать эту штуку, а то она выпадет из руки. Ладно, хорошо, давай еще разочек. Раз. Так, два. Ой, извини, мой косяк. Нормально? А вот теперь я этого не сделал. Близенько. Близенько вот, было. Вот почти три. Вот сейчас Ёша, вот третий. Вот столечко ребята... было между. Я не могу тебе показать сейчас, подожди. Вот столечко. Вот. Ребята, короче, пришли посмотреть на обновление в VR, а по итогу получают неумелый настольный VR-ный теннис. Раз. Так, нормально. Нет. Я думал, плохо. Ты просто возьмешь. Давай ну, мы что-то... так встанем, чтобы ты далеко не отползал. Давай. Ну, давай, вот тут. Ага. Пойдет? Да, идеально. Раз. Раз. Два. Где? Мне так нравится, она такая... А где? А где? А куда? Ничего себе, вот это да, конечно. Так и было вообще-то. Что происходит? Ладно, давай. Пойдет, давай. Раз. Раз. Нормально, нет. Да ты ручонками своими! Блин, а. Ладно. Раз. Раз. Два. Давай, аккуратно. Два. Я не специально.
Он все, он там. Я там, по-твоему? Я, по-твоему, птица? Кто я, по-твоему? Раз. Раз. Два. О, это на ребро, это не в счет. Еще разок. Раз. Раз. Неплохо, неплохо, подожди, неплохо. Подожди. Вон, вон он. Ой, а кого? Куда? Как это вышло? Вон он, все еще там. Блин, да сейчас, сейчас, еще, ладно. Еще тут, еще нормально. Да, ой, подожди, я уже бью в... Я в свой монитор вошел. Нет, так не пойдет дело. Спокойствие. Так ты же мог не идти, ты мог ехать. Это мы трогать не будем, как говорится. Раз, раз. Ладно, я понял тебя, ладно. Это тебе, это через стол, это там еще было. Через стол, на, раз. Ты надоела мне уже, господи. Я не знаю, где оно? Это улетело опять. Я же, на, получай. Так, ну и что это? Я такое осуждаю. Ой, я буду руками, я отбила. Я отбила рукой. Ой, я успел, но, к сожалению... На, забери ракетку, елки-палки, на. Ну что, готова? Давай. Нет, часовой подожди, мне ракетку улетел. Где она? Кто-то выкинул, ты выкинула, что ли? Вон она в помойку летит, в кастрюлю. Вот, вот, возьми ракетку. Шути, ну, на, вот тебе, возьми. Отдай! 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 Что такое, Лана? В чем твоя проблема? За ручку бери! Не за эту, за ручку! Все, давай, шуруй! Все, давай, так, готово? Ну, почти. Раз. Спасибо большое, ладно. Давай дальше. Раз. Часовой VR-ный настольный теннис, спасибо большое. Продолжаем дальше. А вот он еще мог отбить еще. Раз. Спасибо большое. Так. Раз. Раньше у тебя получалось лучше. Кого? Ты что тут делаешь? Там парень, он болеет за нас, посмотри на него. А, болеет, да? Да, что? Он только что показывал, как он... А сейчас уже все. Понял. Непонятно. Так. Ой, тут везут. Ага. Привезли. Так, ладно. Так, раз, давай. О боже, о боже, о боже. Оп, я смог. Ладно, сможешь? Не, не сможешь, все. Нет, далеко, очень далеко. Далеко, ладно. Мне так нравится, как он болеет за нас. Так, два. Так, давай, держим, держим, нормально, держится, мяч держится. Ну ты, ты чё? Все, тихо, наш мяч, наш, дай, я, мы поиграем чуть-чуть, подожди, секунду. Круто, что ты за нас болеешь, конечно. Так, два. О, ну, конечно, давайте, здорово, конечно. Давай, давай, спасибо, давай. Давай, давай. Оп, оп, давай, ладно, все у нас получится. Я отбила. Ай, я опять в монитор войду сейчас из-за тебя. Так, давай, оп-оп-оп-оп, подожди, нормально, оп, да куда ты катишься, собака, ладно. Фу, честно говоря, я уже подустал даже немножко, самую малость. Я считаю, о, что это уже вообще нам не обязательно. Оп, смотри, 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 еще, возьми, возьмешь, не возьмешь. Да куда, там далеко. Спасибо, так, ладно, давай чуть-чуть еще, еще, ладно, чуть-чуть, раз, аккуратно, ладно, прошу тебя. Очень аккуратно. Два, ладно, ничего страшного, давай. Три, ладно, отбей, просто нажми, хоть ракетку кинь туда, ладно. Не, нормально, а мы сработаем, это уже больше, чем было, это уже все, можно больше не стараться. Ладно, так и быть, сейчас я в центр комнаты опять вернусь, это центр комнаты, не вижу. А, да, нормально. Смотри, ладно, я покажу, как надо отбивать, смотри, сейчас, вот смотришь, увидишь, смотри. Раз, два, три, вот так можешь сделать, понабивать? Так могу. Так можешь? Да. Ну поделай. Сейчас. Давай, может ты так научишься получше, в VR имеется в виду. И все, и в следующий раз мы придем сюда вместе, будем тусить вчетвером, просто фигачить, не знаю, что, в теннис, не знаю, обе проходить, помогать, все. А вот так, смотри, можешь, смотри, так, хоп. Смотри, меня так учил в детстве учитель физкультуры, вот так вот делать. Так он меня еще учил, сейчас, подожди, если я смогу, смотри. Вот так учил. А, она потеряла шарик. Да. Какая молодец. Смотри, вот так вот он меня учил. Смотришь? Смотри! Ты не смотришь. Нашла шарик. Ты... О, здорово. Смотрю. Смотри. Раз, два, три. Раз. Ого! Два, три. Ай-та-та-та! Все хорошего тебе! Так, ну давай. Молодец, 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 молодец. А если ажонглировать ты... А ты сознательно головой приняла мяч или нет? Нет. О, смотри, кстати, все, так, оставляем ракеточку. Смотри, я тебе сейчас прикол покажу. Так, сейчас. Хоп. О, господи! Хоп. Кого, куда? Ладно, не покажу. Так, ребят, в общем, такая вот у нас обновка. Так, рейка, где рейка? Найти рейку, и потом можно закатить. Вон она! Рейку нашли. В общем, такая вот у нас... Такая вот у нас обновка, такая вот у нас рейка, такая у нас Лана. Бупнем Лану в носю. Вот так. Ой. Вот. Побупали Лану в носю. Нет, это вот так вот, это что-то итальянское. Это можно носю вот так взять. Вот. А, да, готово. Ты я тебе тоже так сделаю. Пёс, или...
Я могу тебе рожок вот так вот взять, типа, оп. Правда, он не заберется, ладно. Так что вот такие вот обновления у нас здесь. В принципе, из нового это вот такие вот классные повороты, которые супер удобные на самом-то деле. Ну да. Никаких менюшек вроде бы ничего не появлялось. Сейчас попробую нажать. Нет, это палец. Это... Стой, не шевелись. А пёсель тебе, что ли? Блин, что? Не сработало. Вот, вот такие вот штуки, типа вот, вот такие они и были, к сожалению, ничего нового. А вот, из обновления, я говорю, только вот это вот и игрушечки. Но этого мне достаточно. Я доволен, максимально доволен. Реечка вот тут довольна. Лана, ты довольна? Да. Посмотрите на нее. Так, давай я тебе это сделаю. Ну-ка, не двигайся. Сейчас. Не, к сожалению... О! Да, я понял, подожди, на головешку, головешку нашел твою. Ну-ка, не двигайся, не двигайся. Ну, короче, как-то неловко выходит. Так, оп. Где-то у тебя в голове застряла немножко блоксиколы. Ну, она долго продержалась, ладно. А на сегодня это все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии по поводу VR-чика, что вы думаете, продолжать ли нам. Пишите, в принципе, комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока.